Кыргызстан я уже заманил 5 своих друзей. И мы снова поехали в горы, после которых ребята задумались о том, чтобы остаться. Иссык-Куль прекрасен даже зимой, и сегодня вы это увидите. Первая наша остановка по традиции Катама. Однако сегодня наша любимая точка была закрыта, поэтому мы ее взяли в соседнем ларьке с собой на вынос и покушали уже в машине. Сегодня мы будем ночевать в юртах, а прямо сейчас мы едем покупать ту самую копченую форель, выловленную в реках Кыргызстана. Целая копченая форель в среднем обойдется вам в 1000 сом. Дальше мы поедем на один из истоков Иссык-Куля, чтобы посмотреть на лебедей. На лебедей мы посмотрели, правда, издалека, потому что наш путь преградил один из истоков Иссык-Куля, и нам пришлось вернуться в машину. А еще я пытался поснимать лошадей, но они что-то от меня разбегались. Сейчас мы направляемся уже на южный берег Иссык-Куля, где нас ждет теплая юрта и вкуснейший ужин. Выкладывать продолжение.